Здравствуйте, я Туче Атыш, студентка последнего курса кафедры сестринского дела факультета медицинских наук университета Памуккале. Наша кафедра входит в структуру факультета медицинских наук университета Памуккале. Наша кафедра была создана для подготовки квалифицированных медицинских сестер в соответствии с национальными и международными стандартами. Наша кафедра расположена в центральном кампусе района Памуккале. На кафедре сестринского дела проводится базовое обучение сестринскому делу. Мы изучаем такие дисциплины, как принципы сестринского дела, сестринское дело при работе с внутренними болезнями, сестринское дело в области общественного здравоохранения и сестринское дело в хирургии. На кафедре проводятся лабораторные занятия для развития наших профессиональных навыков. Лаборатории имеют все необходимое оборудование, симуляторы, макеты и все прочие инструменты, которые мы будем использовать на практике. С целью повышения наших профессиональных навыков в учебную программу кафедры сестринского дела включена практика, которая начинается со второго и продолжается до последнего курса. На последнем курсе мы проходим интернатуру. После выпуска мы можем работать в любых частных или государственных организациях, где оказываются профилактические, лечебные и реабилитационные медицинские услуги в качестве медицинских сестер, выполняя свои прямые обязанности. Помимо работы в медицинских учреждениях, мы можем продолжить академическую карьеру по направлению сестринского дела в нашем университете, закончив магистратуру. Также у нас есть возможность трудоустройства медсестрами в сферах, где людям требуется медицинский уход, например, на предприятиях, в школах и судах. Я выбрала кафедру сестринского дела, потому что здесь учат оказывать профессиональную помощь людям, и в этой профессии много особенностей. Я выбрала университет Памуккале, потому что это достойный вуз, благодаря его академическому и социальному направлению. Также он имеет удобное расположение в городе и предлагает своим студентам множество возможностей. В нашем университетском кампусе и за его пределами много общественных мест. Кроме того, студенты могут воспользоваться библиотекой в кампусе в любое время, нужное для учебы, выполнения заданий или подготовки к экзаменам. Моя цель после выпуска – стать государственным служащим в медицинском учреждении и закончить магистратуру. Студенты, которые выберут нашу кафедру, будут иметь возможность получить и развить полноценные практические навыки в дополнение к теоретическим знаниям благодаря наличию учебно-исследовательской больницы в кампусе. Помимо этого, они могут получить пользу, вступив в социальные клубы в нашем университете. В то же время, они могут вести полноценную социальную жизнь во время получения высшего образования, пользуясь социальными пространствами, имеющимися неподалеку от кампуса, благодаря его расположению. Если вы хотите получить качественное образование, имея широкие возможности для личностного развития, выбирайте университет Памуккале. Желаю успехов абитуриентам, выбравшим наш университет.